Всем привет! Знаете, зачастую слышу, что раз у нее нету мужика, вот поэтому она такая вот и злая. Как вы думаете, это правда или нет? Если тетки к вашим фоткам пишут злючие комменты, значит, дядек нету теток. Сексуальных нет моментов. Скажу так, отчасти, наверное, правда. Но дело не в таких вот моментах интимных. А дело в том, что женщины просто банально не чувствуют любви, не чувствуют защищенности, и поэтому становится вот такой вот злой, как собака.